На предмостовой площади водителей заставили взять в руки тряпки. Госавтоинспекция Саратова проводит рейд по нечитаемым регистрационным знакам. Инспекторы останавливают автомобили, передние и задние номера которых частично или полностью не читаются с расстояния 20 метров. За грязный номер предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Чтобы избежать протокола о нарушении, водители на глазах у инспектора протирают номера своих машин. Тем же, кто закрыл или запачкал их намеренно, придется получить серьезное наказание. Если знак номерной специально видоизменен, это уже часть 2 статьи 12.2, и за это уже водителю грозит либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев. Всего с начала года за нечитаемый государственный регистрационный знак было выявлено свыше 1000 водителей, которые его специально видоизменяют, закрывают, завешивают или замазывают чем-то, чтобы он не читался. И свыше 2000 водителей, которые просто не, скажем так, устранили недостаток своего автомобиля, не почистили его перед тем, как начать движение. В Саратове тает снег, на дорогах лужи, и водители не спешат на автомойки. В связи с этим госавтоинспекция призывает граждан к ответственности. Рейд по нечитаемым номерам продлится до 19 декабря. Анна Обычева, Николай Синегубов, Сарбака ТВ.